На звездной дорожке премии РУ-ТВ певица Нюша появилась в роскошном красном платье и в одиночестве. Артистка призналась, что с будущим мужем, 36-летним Игорем Сивовым, у них полное доверие. Поэтому он спокойно отпустил невесту на церемонию в столь откровенном наряде. На девичник в Париже, а затем в Амстердаме, накануне премии, Нюша тоже уехала без лишних вопросов возлюбленного. Праздник был потрясающий, и не обязательно приглашать посторонних мужчин на девичник, поэтому... Поэтому девочки мои, 8 девочек, которые там были, они устроили мне настоящую бомбическую вечеринку. Все было настолько прилично, что на опубликованных Нюшей фото не было замечено даже стриптизера. А кто сказал, что его не было? В общем, сюрпризов от подруг было так много, что впечатлений у певицы хватит на целый новый альбом, который, надеемся, не за горами. Как и свадьба, которую девушка планирует сыграть в узком семейном кругу во второй половине лета.